Материуме варп-маяк. На его зов из-за материума в бой слетаются твари варпа. Враг хочет захватить Аврору. Этого допустить нельзя. Уничтожьте портал еретиков и отрежьте их от подкреплений. Лишь от вас зависит, продлится эта война дни или месяцы. Не подведите. Поспешим, пока они не осквернили останки других павших героев. Активировано успех. Вот кара за предательство братьев, Ерити. Здесь? Я вижу вход в той скале. Гнусные еретики уже пробрались туда. Мы союзники! Готов к глубокому сканированию. Устройство может указать слабые стороны сегодняшнего врага. Да, и его дух машины разгневан. Хорошо. Во имя нашего братства направь мои выстрелы. Вижу вражеского бойца! Собираю припасы. Беру дополнительные патроны. Взял экипировку. Перезарядка. Пульт разрядился. Нужен новый источник питания. Сменную батарею можно взять у сервиторов.
Меняю магазин. Видно, пропустили подходящего сервитора. Кажется, нашел. Это уже разрядилось. Ищем дальше. Бросим их трупы к ногам. Тут энергобатареи нет. Я отыскал для нас замену. Обрушим на богохульников гнев Империума! Замечен терминатор тысячи сынов! Перезаряжаюсь! Беру дополнительные патроны! Работает. Замечательно, братья. Слава Мессии. Видите кого? Дай нам пройти через эту дверь. Наложены печати рукоположения. Сломать их дозволяется лишь в случае перезахоронения. Требуется разрешение. Я, капитан Акиран, разрешаю перезахоронить останки праведника на иной планете. Разрешение. Капитан Акиран. Назначаем проводника для поиска останков. Готов служить. За мной, посланник. Локация отмечена. Праведные кости обрели тут вечный покой, коего не минует никто, изучая катафалк. Недостаточно благости. Индексирую список потенциальных замен. Идет оценка саркофага. Останки внутри ждет мир и покой. Показатель святости слишком низок. Нужен другой кандидат. Лопаются, как перезрелые фрукты. Перезаряжаюсь! Лишь в смерти верный слуга обретает покой. Начинаю сканирование. Это кинотавр. Останков внутри нет. Продолжаю искать. Если о тебе вспоминают после смерти, значит жизнь прожита достойно. Сканирую саркофаг. Срок освещения и перезахоронения останков превышен. Ритуал доступа проведен капитаном Акирана. Печати рукоположения сняты. Путь открыт. Ауспек готов. Теперь двери должны открыться. Возвращаемся к пульту. Отмечено. Сбор возле меня, братья. Отметил позицию. Ауспек даст нам преимущество.
Идите сюда, братья! Аусбекс готов к глубокому сканированию. Меняю магазин. Ересь привела тебя к погибели. Цель отмечена. Надо собраться здесь. Наша цель впереди. На Успексе воздушная цель. Это Хелдрейк. Он задумал перехватить нас на мосту. Он дразнит нас. Не дрогнем перед лицом гибельного пламени, братья. Идет на новый заход. Укрытие, братья! Ищите что-нибудь попрочнее. Укрытие! Он задумал уничтожить все вокруг. Пожар! Нашел стимуляторы. Локация отмечена. Вражеский солдат! Получаю улучшенную картинку!
славно прервалась. Перезарядка. Новые патроны. Беру свежий магазин. Предатели, ждет смерть. Замечен терминатор. Беру дополнительные патроны. Склад с терминатором. Запас патронов. Предательство братьев, еретик! Берите сколько сможете! Взял экипировку! Укрытие! Братья, используйте окружение для защиты! Уничтожить все вокруг! Тысячи сынов установили свой нечестивый маяк в соборе. Цепи вещественные мотомные энергии. Проведите ритуал очищения. Прошу указаний. Избранные великие святой Лантарии изучают ауру чистоты. Магазин. Отметил позицию.
отмечено. Тебя к погибели. Нашу позицию. Локация отмечена. Идите за мной. Смотрите, на витраже виден знак. Хвала миссии. Вступите во взаимодействие с верным символом. Барьер слабеет. Ритуалы очищения завершены. Ваши подвиги будут увековечены в архивах. Когда мы разгромим варп-маяк, я непременно прочту шитье Святой Ланг. Здесь Хелдрейк примет свой последний бой. Используйте любую тактику и убейте чудовище! Уничтожим механического демона, и маяк падет! Надеется, реликвии святой работы. Готов сканировать. Они понесли тяжкие потери. Перезарядка! Мы должны воззвать тебе о помощи! Символы соответствуют. Значит, все получится.
Теперь надо продержаться до активации реликвии. Реликвия Святого Ангара сделала Халдрейка уязвимым. Халдрейк хочет кинуться на нас! Терпение, братья! Лучше медленно, но верно! Знаки запали! Берегись, Халдрейк! Укрытие, братья! Последовательность символов верна. Великий Святой Ангар, работа! Сомневаюсь, что мои болты сильно тревожат чудовище. Говорят, реликвии Святой Ланкаи отражают энергию варпа. Залп варп огня! Будем надеяться, реликвии Святой работают. Серебряная башня Тысячи Сынов. Но теперь у меня нет оружия, способного ее уничтожить. Оптимальный вариант — воспользоваться древней боевой баржей, которая реконструируется в лагере Механикус. Милорд Цит, не сочтите за грубость, но эта боевая баржа участвовала еще в Великом Крестовом Походе. Это священная реликвия, исполненная древнего величия. Сияние ее славы неугасимо. Принято, ремесленник Бальтазар. Я разрешаю Таласе реквизировать баржу на время боевых действий. Затем она вернется на ваше попечение. Хорошо. Но вам понадобится моя помощь для умиротворения столь древнего духа машины. Таласа, помогите адептус механикус, под который Цельсапус, убеждите от нас координаты цели. Вы скоро высадитесь. Заботьтесь, чтобы боевая баржа была готова.
лейтенант, мы не подведем. Предателей ждет смерть. Продвигайтесь осторожно, братья. Свод может отвалиться. Здесь запас патронов. Отметил позицию. Нашел гранаты. Магистр ордена захочет на это взглянуть. Новые патроны. Беру свежий магазин. Локация отмечена. Смена магазина. Будьте начеку.
возрождения. Прыжковый ранец заправлен. Воспользуйтесь краном, чтобы устранить препятствие. Мы быстро разберем баррикаду. Секунду, братья. Убиваем, как велит кодекс. Имейте терпение, братья. Братья, враг рядом. На моем ауспексе множество меток. За предательство братьев, еретик! Локация отмечена. Точка сбора. Здесь запас патронов. Наступать в одиночку неразумно. Перезаряжаюсь. Взял экипировку.
Апотекарио надаряет! Ауспекс готов к глубокому сканированию. Замечен еретик. Это примитивные каракули непросвещенных. Пусть прибывают в забвении. Мы сообщим Ворда Ксенос. Продолжайте миссию. Сейчас нашего первоочередного внимания требует другая ересь. Инквизиция установит виновных, и они проклянут день, когда явились на свет. Ересь привела тебя к погибели. Император видит свои бесплодные промахи. Получаю улучшенную картину. Мина магазина. Возмездие в вашем распоряжении. Отметил позицию. Мы можем развернуть. Бросаю осколочную гранату. Воля императора исполнена. Саму суть смерти. Капитан Акиран, ваши ультрамарины опаздывают. Нас атакуют превосходящие силы. Требуется подкрепление. Уже на подходе к осажденной крепости. Поспешите, пока ваша медлительность не навредила благословенному кораблю. Меняю магазин. Бросаю осколочную. А успех построен. Скандинуя успеха. Тяжкие потери. Собираю припасы. Патроны кончились. Использовал шприц стимулятор. Надо собраться здесь. Ауспекс готов сканировать. Ко мне, братья! Отразим нападение! Бой, братья! Ответное колдовство! Я брошу на вас бурю правду! Дорогие же,
срок кара за предательство. Цель отмечена. Беру дополнительные патроны. Умрите, враги Империума! Приспешники архиврага больше не проблема. Удовлетворительный результат, Таласа! Открываю ворота! Канитация недвусмысленна. Мы не сумеем уберечь сей благословенный корабль столь скудными силами. Таласа здесь не для вашей защиты. Их задача — подготовить боевую башу к вылету. В нынешнем состоянии она едва ли сумеет преодолеть гравитацию Демериума. Достаточно будет дотянуть до вражеского корабля и уничтожить его. Я полагал, что Астартес должна относиться к такому кораблю с почтением и понимать его важность для Империума. Если вы готовы пожертвовать... Двигатели обеспечат достаточную подъемную силу, но аккумуляторы полностью разряжены и не смогут запустить корабельный реактор. Это можно исправить? У нас есть энергобатарея, которая подойдет для активации реактора, но ее самому надо зарядить на электростанции. Часть нашего лагеря и что не помешает нам пробудить двигатели боевой баржи к жизни? Ангел возмездия в вашем распоряжении. Смена магазина. Возвращаемся с вагонеркой. Ввиду нестабильной структуры энергобатарей, протоколы безопасности предписывают переводить их под наблюдением. Сопроводите ее до узловой станции. Совпадение рельсов. Поблизости должно быть вид управления рельсами. Проведите ритуал настройки, чтобы добиться желаемой геометрии пути. При условии, что они обладают способностью к экстраполяции. Ультрамарины наверняка проверяют новобранцев на логику и пространственную ориентацию. Учитывая их план, я в этом сомневаюсь. Оператора исполнено! У тебя проблемы с точностью выстрела!
спекс даст нам преимущество. На успексе терминатора культных скоробеев! Запас патронов. Дополнительные патроны. Меняю магазин. Ересь привела тебя к погибели. Новые патроны! Отвага и благородство сильнее коварства и злобы! Амнисия благословил вас изобилием энергии. Возможно, в своей бесконечной мудрости бог машины дозволяет совершить то, что вы измышляете. Не говори о том, в чем не разбираешься, технопровидец. Не надо быть логисом, чтобы понять. Это акт отчаяния. Здесь запас патронов. Отметил позицию. Поступок достойный еретика. Это нас число. Помешаем их. Активируем успех.
Предателей ждет смерть! За предательство братьев, еретик! Жертвовать с такой святыней. Надеюсь, ее мученичество не будет напрасным.